Из твоих 107 сообщений я получила все. В 105 ты в конце писал, как твои дела. Я на все СМС могла бы ответить в формате эссе, но Мэри, которую помнишь, 3 месяца как мертва. Больше не завожу будильник на 6 мерзких утра. Открываю глаза в обед, ни с кем не делю постель. У меня новый принцип – жизнь – компьютерная игра. Не принимаю подарок, если коробка нет Шанель. Вечер пятницы не провожу в одиночестве и с бокалом. Приглашают как минимум в 3 заведения столицы. Диалог никогда не закончу я громким скандалом. Отфильтровала ненужных. Оставила лишь единицы. От тебя в моей жизни ничего уже не осталось. Только, наверное, страх еще раз. Вот так любить. Знаешь, мне, наверное, все-таки показалось, но ни одному мужчине не удастся меня влюбить. Кстати, забыла сказать, за тебя я безумно рада. Ей пришлось по душе, надеюсь, мое кольцо. Но если столкнемся во время вечернего променада, знай, я простила. Можешь не прятать лицо.